Пустыня Саудовской Аравии как музей. Тысячи загадочных сооружений под открытым небом. Не припомню места, где было бы что-то подобное. Теперь эта археологическая площадка открыта для всего мира. Смотри-ка! Всего одна маленькая находка может полностью изменить наш взгляд на историю человека. Мы сняли только верхний слой. Настоящее открытие впереди. Архитектура Аравии. Премьера 6 апреля на Discovery.